Друзья, добрый вечер. Продолжаем обзоры различных масел. Сегодня у нас оливковое итальянское масло. Неожиданно, да, не патриотично, не российское, не какой-нибудь коноплян или растропши, которого никогда не пробовали. А всем известное оливковое, которое постоянно предлагают в ресторанах мне. Почему-то не предлагают льняное, не предлагают конопляное или рыжик предлагают постоянно оливковое. Я отказываюсь постоянно. Вот, чем известно Олио? Семейный бизнес, семейная вещь, передается уже очень давно. Полностью все есть документы на Россию. Крафтовый продукт, по сути, небольшой. Свои, как бы, свой полный цикл, что редкость, да, обычно либо Собирают оливки и отжимают отдельно, либо кто-то отжимает, брендирует отдельно, либо кто-то отжимает, брендирует, кто-то импортирует. В общем, цикл здесь такая прямая, по сути, линейка. Довольно красивая упаковка. Берут многие крафтовые магазины, эко-магазины. Продукция есть на Озоне. Вот. Качество нестандартное. Вот, так что тот, кто лю... ценит оливковое масло, пробуйте. У нас есть доставка по всей России традиционно, самовывоз, курьерская по Москве. Вот, будем больше рассказывать, делиться. Я пробовал еще пару месяцев назад на выставке. Мне очень понравилось. Но тогда в суете дела не нашли руки сделать обзор. В общем, Олю, Олю Ойл, есть Инстаграм, Озон вот, другие будут. В общем, у кого магазинчики, сыроварни, пекарни, хорошее пополнение ассортимента.